Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить «Мафию 2». Ну что, ребята, я снова довозила Марию, потому что, оказывается, тут не было сохранения, а я что-то как-то это не заметил. В прошлый раз, когда заканчивала серию, ну да ладно, ничего страшного, она сказала нам прямо через дорогу. Прямо через дорогу это где? Это где? Это тут два как бы здания. Ну ладно, ребят, сейчас разберемся. Пару раз я врезалась на Джефферсоне провинциале. Случайно, ребята, нечаянно. Не знаю, почему я так вела. Я просто быстро-быстро гнала, чтобы начать серию побыстрее. Так, мне куда хоть? Не сюда. А, вот же точка указана. Для кого тут все сделано? Так, стоп, подождите-ка. Мадама, вы меня не видели. Я просто иду. Блин, а тут... Тут как бы все закрыто. Подозрительно, подозрительно. Хотя нет, почему нет? Может быть, я захотел пописать, а тут туалетов нет. Вот я сейчас пойду тут и что-нибудь описываю. Вот, например, вот эту штуку. Ну, ребята, я пытаюсь, короче, скрываться, понимаете, чтобы сделать это инкогнито. А то сейчас увидят, скажут, какой-то подозрительный тип тут бегает. Это вызовите полицию. Полицию, полицию вызывайте, а то он тут, короче, набегает. Что это? Чё? Пробел, чтобы перелезть через препятствие. А-а-а, вот оно что, блин, я думаю, что за хрень. Я думала, я в люк полезу. Так, ладно. Пробел так пробел. Опа. Вот странно, ребята, тоже. Смотрите, тут вот колючая проволока, а вот на этой калитке ее нету. Почему? Вот такой вот, как Вита, взял и влез. Странно как-то, да, ребята? Очень странно. Кстати, серию бы лучше бы тут закончил в прошлый раз. Эх, не знала, эх, не знала. Так. Мы можем пригнуться и действовать скрытно. Хорошо. А садиться я умею или нет? Кто мне расскажет, кто подскажет, могу я взять и сесть. Так, ребята, все, дело скрытности. Так, уголь, можно натырить халявного угля в карманы. Так, журнальчиков нету для расслабона, нет? Журнальчиков нет. Так, ага. А, мне же в окно. Такая прям просто беспалевная личность, типа, в дверь войти, почему нет? Так, ну что, ребята? Что, ребята? Не попадитесь охране на глаза. А писать я могу? Писать не могу, ребята. А можно было пописать перед таким делом опасным? Даже туалетная бумага есть. Вообще тут все хорошо. Так, тихо. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Открой дверь. Тын-тын-тын-тын-тын. Ага. Вот тут я хотела взломать замок. А зачем? А нахрена? Это же просто выход будет на улицу. Зачем мне это надо? Мне это не надо. Тебе это надо? Не надо нам этого. Так, что это такое? Да будьте ключ от кабинета директора. Не надо делать обход. Не надо делать обход. Зачем тебе этот обход? Нахер он тебе сдался-то? Ты что, такой прям охранник, что ли? Вырабатываешь всю свою зарплату полностью. Зачем тебе этот обход? Ты хочешь себе дополнительную премию, что ли? Или что? Так, он куда-то туда попер. Тихо, аккуратно. Что? Бесшумное убийство? А нахер ты? Зачем он встал-то, я не поняла, ребята. Нахрена он это сделал? Зачем он встал-то? Специально типа, ну, ладно, убейте меня. Так, ну-ка. Опа! Опять-таки, ребята, нам везет на блондиночек. Опять шикарная блондиночка. Тут придется больше мне замазывать. Фигура класс, лицо тоже, макияж, прическа, все красиво. И розовое полотенчико тоже в тему. Красота, красиво. Так, подождите. А тот ушел. Давайте сразу же его. Давайте сразу же его, чтобы он нам потом не мешал. Ты где, красавчик? Тихо-т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 ихо. Опа! Внезапно. Кстати, почему они так стоят-то, я не понимаю, ребят. Просто берут и стоят. Беспалевно. Кстати, бесшумное убийство. Все-таки Вита их убивает. Жалко, ребята, их. Потому что, ну, это просто охранники. И ни в чем не виноваты, как бы. Мы берем их и убиваем. А что еще делать-то? Иначе мы провалим задание. Тут не надо ничего? Ничего не надо. Так, подождите, ребята. Я хотела обследовать первый этаж. На первом этаже же ничего такого нет? Или есть? Так, закрыть дверь. А зачем мне закрывать дверь? Так, подождите, я... Это я... Ёб твою, Тамара, молодец, обратно ушла. Ничего не нашла, типа обратно ушла. Молодец, Тамара, просто 5 баллов. Просто вообще прям, просто красотка, да? Так, тут я могу зайти?
Нет, короче, мне говорят, что я не могу зайти никуда. Так, двух охранников вынесли, теперь я чувствую себя спокойно. Наверное, никто сюда вниз не придет. Ну, чисто гипотетически не должен, чисто практически возможно. Может быть, кто-то делает обход и скажет, ока, спущусь-ка я вниз. А чё нет-то? Проверю моих пацанов, там поговорим о том, о сём, кого жена пилит, там, кто футбол смотрел, кто бои и прочее. А тут раз никого не будет. Так, ага, все закрыто, закрыто. Так, подождите, а вообще... Так... А нахер я вообще сюда поперлась? А ну, если мне тут открыто, значит иду. Чё, я человек простой. Вижу ход, иду. Так, хорошо. Слушай, а может быть тут какой-нибудь журнальчик будет, а? Все-таки, наверное, ради журнала идем. Так, тут электричество, а я не электрик, у меня нет даже доступа, нет разряда к этому. Так, открой дверь. Так, ребята, все внимательно осматриваем. Все внимательно осматриваем. Тут ничего интересного нам не выпадает. А могли бы хоть журнальчик положить, ребят. Может быть, тут журнал лежит, а я в глаза того самого делаю. Так, открывай. Что это такое-то вообще? Сигнализация сейф отключена. О! А, ну хорошо. А, так подождите. Мне же надо еще ключи директора там найти. Ключ директора. Там... А подождите, а где она говорила, он находится-то я уже? Че? Взять журнал. Вот, я ради этого пришла. Все, ребят, у нас первая брюнетка. Первая брюнетка у нас в кармане. Ну-ка. Кстати, ребята, еще классно брать журналы, потому что они сохраняют прогресс в игре. Но мне единственное, что не нравится, ребята, лицо красиво, фигура тоже, все замечательно. Вот эта кофточка тоже нравится. Я, кстати, хотела себе такую купить и, знаете, под майку ее одевать было бы, наверное, красиво летом. Но мне вот короткие прически на дамах не нравятся, ребят. Но это просто моя вкусовщина, понимаете? Я не говорю, что там она там некрасивая, просто вкусовщина. Так... А вам какие нравятся волосы на девушках? Длинные, ребята, или короткие? Хотя есть девушки, которым очень идут короткие стрижки, ребят, есть такое. Но просто очень мало кому идут короткие стрижки. Вот, это должна быть какая-то форма головы идеальная. Что ли? Так, куда ты вообще прусь? Так. Короче, мы тут все, короче, подвальные какие-то помещения обходили. Так, это подниматься, а там тогда что, еще ниже спустимся? Ребят, по-моему, мы немножко наплевали на нашу миссию. Гена-крокодил будет недоволен. Но он же сказал, типа, я хочу, чтобы ты сделал все по стелсу, по скрытному, или там, вот, ничего тебе не заплачу, Витя. Будешь ты, короче, вот, бомжом, Вить. Ничего ты не получишь. Он же сам хотел. Тогда какие ко мне претензии? Никаких, собственно говоря, претензий нет. Кстати, у них тут что-то электрика коротит. Что-то странно. Где тут обслуживающий персонал здания? Там, я не знаю. Где хозчасть-то? Где хозчасть? Звоните в хозчасть. Тут все плохо. Так, ребята, сейчас еще раз облежу. Может быть, еще какой-то журнал пропустила. Понимаете, я же могу пропустить. Так, тут ничего не было, я помню. Тут тоже... Тут мы отключали этот сигнализацию. Ну, там, короче... Так, тут нашли журнал. Ну все, короче, тут ничего нету. Да, Витя, ну что ты ж... Ребят, он издевается, что ли? Почему он начинает это... Херней страдать-то такой-то? Вот нельзя же так делать. Все, ребят, короче, пошлите обратно. Тут больше делать нечего. Журналов больше нету. Все. Больше тут ничего и нету. Так, паром, главное, чтобы тебя не обдало, Вить. А то будет больно. Тихо. Кто-то что-то сказал, ребят, или мне кажется? Так, где там кабинет директора-то? На втором, что ли, этаже? Ну, видимо, да. Тихо. Вы слышали? Тын-тын-тын, нагнетательно, атмосферно нагнетательно. Тащить тело. А зачем мне тащить тело? Ради чего? Ради чего? Зачем мне это? И, кстати, сколько тут всего охранников? Мы даже как бы не посчитали. Откуда мы знаем, сколько их тут? Хер их знает. Так, тут что-нибудь есть? Это не кабинет директора? Так, нет, это не кабинет директора. Это какой-то офис. Тут несколько человек сидят. Кстати, а может быть тут есть какой-нибудь журнал? Смотрите, лампу не выключили. А, это... Нет, выключили. Я думала, лампу не выключили. Думаю, нихера себе, какие расточительные сотрудники. Нет. Так, это не кабинет директора. Так, закрыть дверь. Что это такое, ребят? Что за плакат? Мужик с каким-то призраком катается. Типа, ты не один. Ты не один. Сходи на битву экстрасенсов. Так, тут что у нас? Что-то ничего такого нет. Так, это что такое? Мужик какой-то в шляпе и в очках. Угарненький. Так, а... Журналов тоже нет. Представляете, ребята, тут люди на работе занимаются работой. Никто эти журналы даже не читает с девочками. Ну, кроме охранников. Так. Ни хрена себе, сколько тут коридоров-то. Да я тут потеряюсь. Она сказала, на втором этаже кабинет директора. А где он? Где кабинет директора? Где же кабинет? Тут всего реально два охранника, что ли? Мэн. А, это писить. Но писить он не хочет. Так, ладно. А вумен мы зайдем? Вумен.
Или он скажет, нет, я не могу. Так, да блин. Ребята, где кабинет директора-то? Ничего нету. Ты директор или нет? Мужик, скажи честно, ты директор? Так, все, я поняла. Мы, короче, вообще не там, где надо. Так, ну это похоже на кабинет директора, нет? Ни хрена. Да тут все кабинеты похожи на кабинет директора. Ладно, давайте читать таблички внимательно. Короче, где что, где как. Во, вумен. Так, в женский сортир зайдем. А что, нет, тут нету визжащих девах. Значит, мы можем посмотреть всякое. Смотрите, что в женском сортире происходит. Я не знаю, почему у некоторых мужчин, не знаю, не мечта, а какая-то, как сказать, какое-то желание проникнуть в женский туалет. Там ничего интересного нет, ребят. Я вам честно говорю, там бабы просто писают и какают. Больше ничего там не происходит. Вообще, серьезно. Когда они говорят вам, мы идем пудрить носик, это неправда. Они идут в туалет. Либо по маленькому, либо по большому. Я вам просто вам тайну открою. Так, ладно, если вы не знали. Так, подождите, ребята, я что-то вообще так запуталась. Где я? Где кабинет директора-то? Я, наверное, в глаза продолбилась немножко. Ребят, по-моему, сильно продолбилась в глаза. Извиняюсь. Извиняюсь. Так, что это такое? Какой-то архив. Архив — это не кабинет директора. Подождите, так там же карта была. Так, ну это точно не кабинет директора. Так, это вниз спуститься. Так. Во! Вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Спасибо! Взять ключ со стола. Классно! Классно, вот кабинет директора. Вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. А где сейф? Найдите сейф и укради тампоны. Ой, талоны! Простите! Тампоны для Гены! Для Гены крокодила, блин. Вот как выглядит директор, видимо, у них такой, знаете, такой человек по приколу, знаете, все такие в костюмчиках ходят, а он так, я в шляпе и в очках, что вы мне сделаете? А что вы мне сделаете? Я такой вот директор. Так, все, короче, нам надо, где сейф? Сейф должен быть где-то здесь. Два хра... Опа. А ты откуда тут респаун сделал? Тебя же не было. Дружок. Откуда ты тут респаун сделал? Тебя не было. Ты чё, блин? Так, опять мены. А тут чё? Так, ребят, по-моему, я уже тут по кругу хожу, нет? Или я тут... Нет, не было. Тут такого красного плаката не было. Так, ну все, ребята. А где, а где, а где, а где, а где? А где искать-то теперь? Где сейф? Алло. Так, на первом этаже никого нету, охранников, я надеюсь. Ну где-то здесь сейф, да? Подождите-ка. Тут сейф, серьезно? Да нет. Так это мне на выход показывает. Что ты мне на выход-то показываешь-то? Ничего не понятно, но очень интересно. Я запуталась в этом здании. Короче, сигналку я отключила. Так, где тут сейф? Так, женские туалеты, мужские туалеты, туалеты, туалеты. Опа. Ладно, короче. Сейчас найдем. Сейчас будем предельно быстрее, все найдем. Просто надо было слушать Марию получше, а не как я. Сейчас все найдем, сейчас все посмотрим. Сейчас, короче, разберемся, ребят. Мы не можем взять и запутаться в двух коридорах, ребят. Это будет вообще не как бы не по. По-человечески, понимаете? Так, ну тут-то ничего не может быть. Тут, короче, мы уже были. Да, да, все, там, короче, ничего не может быть. Значит, где-то сейф должен быть. Где-то сейф должен быть где-то здесь, ребят. Чувствую себя примерно как, помните, билеты у Фрэнка в мафии The City of Lost Heaven. Вот так же бегаешь, бегаешь, и думаешь, где сейф, помогите, где сейф. Выпустите меня. Открыть дверь, ага, конечно, открой дверь. Чтоб тебя с улицы запалили, и такие, тут грабитель бегает, смотрите, что он тут творит, что вытворяет, убейте его нахер. И все, ребята, все, короче, все, блин. Так, а может быть взять револьвер? Что это я тут? Что это я тут? На... Ишь ты, блин, не беру, блин, револьверы, а мало ли что случится, мало ли что получится. Так что все, надо, короче, аккуратно все делать. Опа. Так. А, вот что ли, мне сюда? А, мне сюда. Так, подождите, как пере... Так, стоп, передвинуть. Ну-ка. На, да... Да, подожди. Не поняла.
Ну-ка. Ага. 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 Все. Открыто. Хорошо, замечательно, восхитительно. Так, тут что-нибудь есть? Ничего нету. Давай, открывай. Тем более мы сигналку отключили, все хорошо должно быть. Ой, ребята, что-то, знаете, вроде бы тут все прямо, все эти коридорчики, все понятны, но я запуталась в двух этажах. Как так-то? Что у тебя с курткой-то? Ребят, что с курткой у него? Выходите. Выходите. Ну, не топай ты так. Ты что, как слон топаешь-то? Топает он, как слон. Может быть, в режим стелса зайдем, нет? Или похеру на этот режим стелса? Так, ребята, а в какую сторону-то? Я каждый раз путаю сторону. Мне сюда? Да, мне сюда, точка показывает, сюда. Все, ребята, все по-чистому обнесли. Всего лишь 3 охранника, так что там? А, блин, не в ту сторону, опять перепутала, блин. Стороны света, север, юг, восток и запад. До свидания, блин. Тамара и ее топографический кретинизм, это просто, знаете, не разлей вода называется. Я и тупники. Ну что может быть это идеальней пара? Я и тупники. 3 охранника на такое большое здание. Ну хотя, в принципе, тут 2 этажа, поэтому что это мне? Так, я в окно вылезаю, короче. Я сделала все по-тихому, так что Гена должен мне хорошо заплатить, нет? Ну я надеюсь. Вообще, все такое чувство, что меня там и не было. Все по тишине было сделано. Все было тихо, аккуратно. Даже журнальчики нашла. Да, ребят? Вообще все отлично. Да, блин, Вита, аккуратно. То сейчас башкой, блин, в эту фигню попадешь. Профессионал. Добыть талоны, не подняв тревогу. О, профессионал, классно. Тихо, что такое? А, сохранение, блин, ребята. Я аж подумала, что игра сейчас вылетит. Все, ребята, сохранение прошло, мы все по-тихому сделали, просто идеально. Неужели Тамара сделала что-то идеально? Привет, бомжара. Он меня сейчас спалит, он позвонит копам, он меня спалит, серьезно, ребята. Может быть, ему надо было взятку дать, сказать, ты меня тут не видел. Понятно, бомжара? Чувствую, он меня спалит, ребят. Вот сердечко мое чует, что он меня просто возьмет и спалит. Так, ладно. Кстати, а Марии мы тоже что-то же заплатили, ребят? Просто так-то она бы не стала? Ну, наверное, да. Так, ну все, короче, сейчас Гена мне должен выплатить по двойному тарифу, по тройному, как он и обещал. Так, тихо, аккуратно, не агрим копов, типа делаем вид, что мы законопослушный гражданин. Вот, кстати, спасибо вам, что вы мне написали, Тамара, ты не все протюнила, мы все протюним и одежду Вита тоже изменим. Так, все, выходим. Даже припарковались никак, мудила. Все, отлично. Ну-ка, теперь, ну, подожди-ка. А, все нормально. Так, я выпью, пожалуй. Что закажешь? А, что я хочу? Давайте скотча мне. На здоровье. Спасибо, на здоровье. Сказал так, на здоровье. Моя печень не скажет. Мне спасибо и тебе тоже. Тебе за то, что продал мне, а мне за то, что я выпил. На здоровье, конечно. Пьем. За здоровье, губя здоровье. Почему нет? Ну все, Гена, давай, давай, давай. Ну, и как успехи? Раз плюнуть. С утра они будут в шоке. Хорошо. Вижу, Джо умеет выбирать. Во-во-во-во. Хорошо. Ну? О, черт. Чё? Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи... Их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Охереть! Стой, мы так не договаривались. Да-да-да-да-да. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Охереть, лучше, спасибо, если Гена. Если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Охереть просто. Спасибо, Гена. Спасибо, дурак. Я в шоке, ребят. Я просто в ахере от Гены. Гена, блин. Эй, что я тебе сказал? Надо сбыть их до полуночи, а то ничего не получится. Гена, блин. Гена, а где Чебурашка твой? А, блин. А Джо это Чебурашка, ребят. Гена это Гена, блин, крокодил. А Джо Чебурашка. Они же там оставались, что-то мутили какие-то дела. О, ребята, короче, развези, подвези. Так, ну в принципе. Поехали, короче. Постараемся, убыстримся, сможем, наделаем делов.
Охерень, он бы хоть предупредил бы, сказал, типа, Вить, если там вот, посмотри на талончики, если они будут там просрочены, возьми другие. Ну, в принципе, наверное, других там и не было, там только одни были. Потому что Витя бы тогда бы украл бы все, согласитесь, ребята. Это все, это, короче, Гена виноват, ребята. Вот если бы Гена повнимательнее, там, я не знаю, со своими информаторами разговаривал, или кто ему его это надоумил сделать, то все было бы нормально. Припаркуйтесь, нажмите Е. Давай, на, блин, талоны. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Да, ты меня не видел. Пока. Пока. За пока бьют бока. Так, садись, блин. Куда мы дальше-то поедем? А, наверное, вот тут вот весь маршрут так прокатаем, 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 потом вот так вот. Ну, я так думаю, ребят. Я так полагаю, возможно, я уже неправильно поехала, и вы мне говорите, Тамара, ну вот не с этого надо было начинать, ну не с этого, ну... Вы видели, ребята, там копы просто вот так вот рядом, просто вот так проехали. Просто рядом. Просто на волоске, они сейчас вот прям... Просто прям на волоске, ребята. Сейчас бы врезались, были бы вопросы, они бы сказали, а ты кто такой, а ты что тут по заправкам шаришься? Хотя, в принципе, я могла бы просто заправляться. Да какой помедленнее, мне надо успеть, или я денег не получу. Я зря жопу рвала, блин. Добывала эти талончики. Помедленнее ей, блин. Своего мужика будешь в постели. Это указывать ему, чтобы он помедленнее там тебя шпехал, а не меня. И что, блин, помедленнее ей все. Так, а... Тихо, не гудите мне, у меня срочное задание, у меня вот, короче, истекает срок годности. Понимаете, истекает срок годности талонов, это важно. Так, ну что ты встал-то, Витя? Витя, быстрее. На, бери, быстрее. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи, да быстрее, спасибо, блин, друг. Он меня не отпускает. И ты меня не видел. Пока диалог он не договорит. Он вообще, он меня не отпускает. Так, куда дальше? Вот сюда. Поехали. Быстрее, быстрее, быстрее. Витя, быстрее, быстрее. Заводи, заводи свою... О, портфель потерял опять мужик. Можно было подобрать, может там что-то ценное было бы. Ну ладно, сейчас не до этого. Истекает, истекает. Часики-то тикают, понимаете? Таймер надо мной уже угорает. А, нет, не тут заворот был, хорошо. Тихо, аккуратно. Не сноси городскую собственность, Вита, а то потом не отмоемся. Так, все правильно, ага. Я просто смотрю, чтобы он не перестроился. Да блин, как-то мне кажется, по-дурацки меня это повело все. Тихо. Опа! Хорошо, никого не задело. Ой, там таксист впереди, ребята, опасная ситуация. Там таксист. Может случиться всякое. Не сигналь мне, блин. Ой! Нет! Куда, блин? Не заносись! Быстрее! Быстрее, Витя, быстрее! Блин, Джефферсон провинциал, ты можешь ехать побыстрее немножечко? Не может. Тихо. Все, быстро, 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 быстро. Ой. Быстрее, блин. Да выбегай, Витя. Че тормозишь-то? Открывай. Че, кого там высматриваешь? Быстрее. Эй, хочешь купить несколько талончиков? А че они все одинаковые, конечно, на лицо? Ну это строго между нами, хорошо? Не строго вопрос. Между нами, конечно. Сам только не болтай. Конечно. Конечно, конечно. Меня устраивает. И меня устраивает. Пока. Пока, пока, пока. Блин, ты что, упал, что ли, мужик? Ну, пофигу, я тебе помогать не буду. Вот такой вот я говнюк. Так, и надо как-то и туда, и сюда. Так, быстро, разворот. Да, блин, опять копы. Ай, опять копы рядом. Ребят, опять копы рядом. Они, такое чувство, они чуют, чуют, понимаете, чуют, что я тут что-то недоброе заворачиваю, поворачиваю. Вот они не зря так катаются, понимаете? Они чувствуют. Чувствуют, что я тут творю всякое. Тихо, аккуратно. Да тихо. Блин, тут... Тамара, веди нормально. Таксист. Таксист. Уйди с дороги, таксист. Серьезно, надо мне быстрее талончики, понимаешь? Привезти, отвезти и прочее. Чтобы меня еще никто не запомнил. Витя, ты бы хоть какую-нибудь маску, я не знаю, там, нацепил. Чтоб тебя, если что, не узнали бы, я не знаю, допустим. Бороду Деда Мороза и этот колпак, типа. У меня просто новогоднее настроение и все. Но нет, Витя, блин, своим лицом светит. Витя, Витя, эх, Витя, дурачок. Нельзя же так делать. Там что-то упало, ребят. Я не знаю. Ой. Тихо. Неважно. Неважно, неважно. Паркуемся. Выходим. Да, Вита, ну почему ты, блин, почему ты постоянно вот так вот застреваешь? Быстрее. Эй, заправить. Эй, хочешь? Купить, да, да. Хочешь, хочешь? Конечно.
Но это строго между нами, хорошо? Конечно, конечно, конечно. Сам только не болтай. Да, конечно, конечно, конечно. Меня устраивает. Отпусти меня, отпусти. Пока. Тебя я умоляю. Да, садись. Садись, садись, садись. Так, сейчас в этот, и там, короче, кругаля дадим. Но мне кажется, мы уже не успеваем, ребят. Да. Блин, попикай мне тут. Кто мне деньги восстановит? Ты что ли, блин, иду? Блин. Да, ребят, мы немножечко не... Просто пронесло сейчас, ребята, просто пронесло, просто очень сильно пронесло. Вы видели, как я копа немножечко коцнула, и ему пофигу стало, ребята. Это просто вот очень прям везение на миллиард. И, кстати, ребят, с какого надо было вообще начинать этого талончика, чтобы развести все? Потому что я уже поняла, что я уже не успеваю, все, таймер уже тикает, понимаете? Все. Все, как бы все. Как бы все. Не успеваем. Не успеем. Я хотела все. Наверное, там будет ачивка, достижение. Типа, если вы все развезли, вы молодец. Если не все, ну вы как какашечка. Вы не умеете водить. Вы непрактичный человек. Не смогли все талоны развести. Скорее всего, так и будет. Тихо, аккуратно. Главное еще не врезаться, а то тут, видите, дамага может его убить полностью. Как таксист меня поставил. Подставил, сучонок такой. Никогда не забуду тебя, таксист. Вот вспомнишь говно, вот оно, и таксист тут вырулил такой. Молодец, конечно, красивый. Тихо, аккуратно. Опять коповские тачки, да что такое-то? Ребят, так они ночью чё? Спать не хотят, я не понимаю, ребят. Ну как бы ночью они тоже, наверное, патрулируют. Ну, в полуха, в полглаза там засыпают, нет? Ну ладно. Так, Вита, быстрее, быстрее. О, сейчас даже не затормозил. Молодец, молодец, молодец. Открывай быстрее, проговаривай диалог. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои, дешево. Да, хочешь? Отлично. Хочешь? Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом, усек? Усек? Ясное дело, усек? Приятель, строго между нами. Смотри у меня. А то я тебе усики сбрею, понятно? Бензопилой. Будешь болтать. Они там что, тут все одинаковые, что ли, там, эти вот, все эти херы. Они все вот реально, как будто они все братья работают. Представляете, семейная династия заправщиков, ребята. Чё нет, представляете? Просто папа заправщик, дед был заправщиком, я не знаю, там... Мамка там уборщица на заправке. И все они, короче, пошли в заправщики, представляете? Пять братьев и все заправщики. А чё нет-то, ребят? Семейная династия, чё? Плохо, что ли, на заправке-то работать, если она твоя-то? Наверное, они много зарабатывают. А чё нет-то? Так, блин, а мне хватит? Ну, до одной только мне хватит времени, чтобы шестую именно заполучить, а седьмую, восьмую, это которая уже, мне кажется, на бонус время и... Да... Придурок какой ты! Водить научись, понял ты? Кто тебе права-то выдавал-то, а? Купил, что ли, права? Катается он там на своем грузовичке такой, блин, важный. Так, не перестроилось ничего, не пере... Тихо! Ой, ребята, успеть бы, успеть бы, успеть. Давайте гоним, короче. Джефферсон провинциал, я же тебя качала, давай. Ты сможешь. Шестой, чтобы мне получить. Давай, 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 давай. Мы же все нормально делали. Главное не врезаться ни в куда. Ни в куда, ни в кого. Минус капот. Ну ничего, ребята, в принципе, это дизайн, понимаете? Зато двигатель не перегреется. Зато двигатель не перегреется, ничего страшного. Я успею-то или нет? Там еще копы впереди. Мне гнать нельзя, они за мной погонятся. Ребята, ну что делать-то в такой ситуации, когда эти сраные копы отреспаунились не в том, не в той части города, где надо. А, блин. Тихо, аккуратно. Ну, в принципе, я успеваю хотя бы до одной заправки доехать, нет? Ну, успеваю. Где она? Вы видите ее, ребят? Вот она. Тихо, тихо, аккуратно. Блин, весь Джефферсон провинциал изговнила просто. Так, все, приехали. Ладно, седьмую, восьмую не успели, зато шестую сделали. Да? Ну-ка, давай-ка. Эй, интересует лишний талончик? Хочешь талончик? Конечно. Где ты их взял? Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Тебе какая разница? А теперь гони наличность. Да, отлично. Надеюсь, я из-за тебя не вляпаюсь? Не переживай. Не ссы в трусы. Лишнего. Ну все, вечер. Это последнее. По крайней мере, заработал. Пока. Поеду обратно, Джо. Подождите, а где моя ачивка? А все, что ли, и другие пропали точки? Подождите, а ачивка, типа, ты успел? А вот, почтальон, продать все талоны, пока время не вышло. Все, моя ачивочка, мое достижение. Чтобы заправиться, да не надо мне заправляться, у меня все нормально. Все, ребята, мы все выполнили, мы молодец.
А я думала еще седьмую, восьмую, ну как бы, знаете, это как бонусное время будет. Нифиг. Нет, так, подожди-ка. Все. Все, хватит. Я думала, будет какое-то бонусное время еще. Ну, в смысле, тебе типа надо успеть какой-то, ну, маршрут именно сделать, понимаете? Вот что я думала, что надо какой-то выгодный маршрут продумать, чтобы не 6, а 8 собрать, как там было на карте. А оказывается, нет. Удивительно, замечательно, восхитительно. Все поняла. Преследую гонщика. Не надо. Да. Вас понял. Не надо. Не надо его понимать. Все, я убегаю. И платить я ничего не буду. Вы что? У меня Джефферсон провинциал, короче, дымится. Поехали. Да не догонишь ты меня. Останьте, блин. Вы мне весь вечер мозги выносили, поэтому уж копы, можете, короче, отстать от меня, пожалуйста. Ну серьезно. Так, подожди-ка. Это что за... Вот что это за загогулины какие-то? Да, блин. Я чинить. Насрать. Я чинить. Я чинить. Нет, до свидания. Жди. Помоги мне починить. Чувак, тут там, по-моему, радиатор сдох. Пока. Ну, пока. Садись. Да блин! Убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Не хотела я. Деньги потрачу на столком. Ладно, чтобы я тебя больше не видел. Ты-то что подбежал? Я тебе не дам никакую взятку. Это все она виновата, эта клуша. Ну уже люди, езжайте. Может быть, ты сама вырулишь нормально? Дурында, блин. Ну уже люди, езжайте. Че он там кто-то сказал? Шевелитесь, свиньи? Вы что, охерели, что ли? Кстати, я поехала по встречке, ребят. Это как бы очень плохо. Сейчас эти будут тут мне мозги выносить. Типа, ой, он же едет по встречке, что же нам делать-то? О, мы же не умеем в правила дорожного движения. Точнее, это я не умею, они что, правильно едут. Вот я еду сбоку, я никому не мешаю. Сейчас начнут мне мозги выносить. Вот, смотри, что они творят, что делают. Так, Джефферсон провинциал, тебя надо срочно чинить. То тебе очень плохо. Я наврезалась. Ребята, я навредила своей же машине. И где-то капот оставила валяться еще. Какая я плохая, какая я ужасная. Ну ладно, ребята, анимацию оплаты штрафа мы посмотрели, а что нет-то? Можем себе это позволить, но 50 рублей, которые мы... Тихо! На, блин! Заговорилась, блин. Вставай, блин. Чини, блин. А! Че, серьезно, ты... Подожди-ка, как я починю? Нет! Нет! Чини его! Витя, чини! Витя сейчас себе ботинки поджарит. Мне надо его чуть-чуть отвести. А не, все нормально. А, просто анимации не было, ребята. Анимации просто не было, что он чинит. Охереть, я уже, знаете, я подумала, что все, он не починит, что нам придется угонять другую машину. И наш любимый Джефферсон провинциал останется тут навеки вечный, пока его эвакуатор не отвезет и на штрафстоянку, а потом мне придет письмо счастья. Так, подождите-ка. Опа, может протюнем что-нибудь? Давайте протюнем. Вы же мне говорили, что тут я не протюнила. Ой, пипец, тут все... Дымит, дымит, дымит. Так, починить машину. Блин, 700... Ой, столько, блин... Так, сменить колеса. Ищешь новые колеса? Выбирай, приятель. Так, я хочу такие, вот эти вот. Мне вот эти прям нравятся. Мне прям вот это нравится. Так, сменить номер. Не буду я менять номер. Перекраска, не буду перекрашиваться. Все, ребят, меня это устраивает. Тем более я такие колеса люблю. Вот такие вот диски просто красивые. Ребят, в принципе, я могу себе позволить. Я столько... настрадалась за сегодня, что я могу себе позволить идеальный Джефферсон провинциал. Чтобы попасть в автомастерскую, не, не хочу. Не хочу, не буду. Ребят, посмотрите, какой красавец, что мы на всей раздолбанной машине только катались. Нет. Все, теперь будем нормально, как короли, понимаете? Просто, а не какие-то бомжи, которые там еле-еле, блин, мотор в теле называется. Так, тихо, аккуратно. Вот, вот сейчас бы не врезаться, вот не хочу я. Хочу аккуратно все, чтобы было. Тихо. Ну, блин, расступитесь. Тут такие узкие улицы просто, Empire Bay. Неужели нельзя было пошире дороги сделать? Там три полосы, я не знаю. Ну, что-нибудь такое. Или просто пошире сделать дороги. Что ж тут все так узко-то? Что ж тут все непонятно? А? Нет! Блин, капец. Блин, минус фара уже. Ну, ребят, я только починилась, и минус фара. Ну, что такое-то? Как это объяснить-то? По-человечески, по-человеческим языком-то. Так, все.
Пип! Так, все, а. Джо, так Джо, что еще-то? Все, мы сделали все. Сейчас скажем, Джо, как у тебя дела? У нас вообще все замечательно. Мы и талоны развезли, и своровали, и вообще все успели. Просто Гена немножко подговнил. Не сказал. Такой, типа, ну ладно, дерьмище получилось, случилось. Молодец, конечно, просто. Охеренный стратег просто. Эх, с ним я, конечно, пиво пить не буду и срать рядом не сяду. Так, подожди-ка, а куда это я? Это стоп, подождите, куда это я? Я что на третий этаж побежал? Мне же на второй, ёб твою. Все, ребят, это Вита просто устал, понимаете, заработался и не на тот этаж побежал. Так, все. Закрывай. Так, что теперь-то? Что теперь? Где Джо? Джо! Джо, ты дома, Джо! Джо! Джо даже доверяет мне так настолько, что даже деньги никуда не забрал. Мог бы забрать деньги, сказать, типа, а, Вита, может, у меня стырит деньги? Нет, он мне доверяет, молодец. Посуду так и не помыли, ребята. Как говорят, сложно смотреть на губы, которые не можешь поцеловать, а мне сложно смотреть на посуду, которую я не могу помыть. Я просто... Это просто свинарник, ужас. Лечь спать. Так, а все, что ли? Отправляйтесь к Джош, чтобы завершить задание. Ну, спи тогда, все. Сохранение. О, хорошо. Глава 4. Закон Мёрфи? Мёрфи? Маленькая Италия, 15 февраля 1945 год. Ой, сейчас тоже зевну, не зевай. Не зевай, Вита, блин. Не знаю почему, когда другой человек зевает, тоже хочешь начать зевать. Что смотри, это такое? Не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Тоже зеваю, блин. Зачем ты Вита зевнул? Цена за баррель. Пройти главу 3. Встретитесь с Джо в баре у Фредди. Взять еду и напитки. Ну что, ребята, в следующей серии встретимся с Джо у Фредди. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.